Вообще, чем больше агитации, тем лучше. Я напоминаю вам, что, например, традиционно есть одно традиционное средство массовой информации. Если вы думаете, что это интернет, нет, это базар. Вот базар, как-то ни странно, до сих пор остается источником информации во многих регионах и Российской Федерации. И характерный пример – это то, что был скандал небольшой в сентябре 2015 года, когда Геннадия Андреевича Зюганова пытались не пустить на рынок в Иркутске. Он четко понимал, что рынок – это СМИ, средства массовой информации, и приехал туда агитировать за своего кандидата, который, кстати, стал губернатором, вы знаете, Иркутской области. Так вот, все способы агитации, не запрещенные законом, должны быть разрешены, и никто, никакая администрация, поселка, района, субъекта федерации не должна препятствовать, если агитация проводится в рамках закона.